Убийство Кеннеди. Опубликован ряд документов. В США опубликовали 28 000 документов об убийстве Кеннеди. Около 3 000 документов об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди в 1963 году впервые опубликованы в Соединенных Штатах. База данных из 2891 документа доступна на сайте национальных архивов. Предыдущая порция документов была опубликована 24 июля и содержала 39 000 документов. Еще несколько тысяч будут опубликованы до конца апреля 2018 года. Дневник Кеннеди с похвалами Гитлеру выставлен на аукцион. Ранее президент Дональд Трамп заявил, что общество заслуживает самой полной информации об убийстве Кеннеди. При этом он отметил, что по соображениям национальной безопасности у него нет выбора, кроме как позволить ведомствам отредактировать определенные части текста. По материалам сайта news.com.